Cu câteva zile în urmă, agenția rusă de știri ITAR-TASS a publicat pe internet un interviu curios pe care l-a oferit politicianul moldovean Igor Dodon. Deputatul a declarat că guvernul Republicii Moldova ar trebui să refuze acordurile semnate anterior cu Uniunea Europeană și să încheie cu Gazprom un contract de furnizare pe termen lung. Potrivit informațiilor noastre, anul trecut, reprezentanții Guvernului Republicii Moldova și ai Gazpromului au discutat despre scăderea prețurilor la gaze pentru țara noastră până la 30%, a spus Igor Dodon pentru portalul rus. În cazul în care autoritățile moldovene vor continua să pună în aplicare un al treilea pachet energetic pe care l-a semnat cu Uniunea Europeană, prețul la gaze pentru Republica Moldova în viitorul apropiat ar putea deveni destul de european. Самая большая ошибка Молдовы – то, что она, не получая энергоресурсы со стороны Евросоюза, и перспективы, я сказал, что в ближайшие 10 лет об этом даже как бы нечего и думать, и мечтать, не то, что это как бы, то есть никаких альтернатив нет. Значит, мы подписали энергетическую третий пакет, который, по сути дела, ущемляет права россиян. То есть мы, по сути дела, с поставщику, идем на поводу у тех, кто как бы торгует с Россией. Мы себя противопоставляем таким образом России, и Россия вполне вправе теперь сказать: ребята, коль вы хотите жить по европейским правилам, и вы подписываете третий энергетический пакет, то будьте добры, получайте газ и электроэнергию, и нефтепродукты по европейским ценам. Но вообще известно, что сегодня европейские цены значительно выше, чем у нас в Молдове. Более того, мы знаем, что уже второй год не подписано соглашение продления договора о поставке цены на газ. И мы все время находимся под каким-то определенным дамокловым мечом. Ну, это, в моем понимании, это просто безрассудно и недальновидно. Potrivit lui Igor Dodon, nimeni nu știe ce urmări poate avea pentru consumatorii noștri decizia luată de autoritățile moldovene. Acum, întreaga țară va aștepta cu sufletul la gură plecarea ministrului Lazar la Moscova, unde se va întâlni cu ministrul rus al energiei. Acolo vor discuta despre vânzare și cumpărare resurselor energetice din Rusia. Ce se va întâmpla dacă Rusia va crește prețurile? Наша продукция не конкурентна по двум параметрам. Первое – это по цене, то есть высокая себестоимость. И второе – это не соответствует параметрам качества, будем так говорить. У нас большие проблемы. И если у нас энергоносители у нас вырастут в цене, то, понятно, цена еще более вырастет. Мы еще усугубим положение. И это приведет к дальнейшему сокращению рабочих мест в стране, с одной стороны. А с другой стороны, и даже рядовой потребитель, он просто будет платить за тепло и электроэнергию, и за газ просто дороже, в прямой расчет. То есть, с одной стороны, он получит удар по работе, то есть он вылетит с работы. С другой стороны, он будет дороже платить за те энергоресурсы, которые он потребляет в бытовых целях. Самим к на моменту дат Республика Молдова примеште газ на самые лучшие цены, только благодаря договору, подписанному с Россией. 2006.